Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. Сегодня поиграем в игру, которая называется «Голодная акула эволюции». Поехали! Так, риск здоровью, ребята. Слишком я голодный, надо мне что-то срочно съесть обязательно. А вот и рыбки, отлично, но этого мало. Так, давайте, кормежка, идите сюда ко мне. Чего вы от меня уплываете, а? Давай, иди сюда, малек. О, видел черепаху. Так, а крабов я тоже, наверное, могу есть, да? Ну-ка, иди сюда, крабик, отлично. Хороший перекус, в принципе. Так, что у меня здесь еще можно? Ну, я понял, можно ускоряться. Правда, ускорение очень быстро тратится. Так, что еще? Этап у меня растет. Я не знаю, что это означает. Может быть, это я как бы сам подрастаю. Иди сюда, красненькая рыбка. Ну, как-то немножко мне непривычно пока играть. Управление такое специфическое. Черепаха хорошая. О, сожрали мы ее наконец-то. Доездил. Тут еще у нас подводные мины. Нормуль. Это еще со времен, блин, царя Гороха они остались-то здесь. Так, что там? Бонус увеличен. Ясно, хорошо. Ух ты, ё-моё, нифига, вы-то что вы делаете, ребята? Не распробовал. Гибель в море. Как это понять, не распробовал? Меня, по-моему, тюлени сожрали какие-то, морские котики. Ага. Замечательно, причем вдвоем на меня напали и просто разорвали. Иди сюда. Отлично, вкусно было. Отличный перекус, так скажем. Суши, роллы. Так, отлично. Так, 5 за день. Что значит 5 за день? Это у нас какая-то ракушка, да? Открыта новая миссия. О, тихо, тихо, нифига. Тут еще, оказывается, есть и другие акулы. Опа-на. Очень много бутылок. Так, ну, мины, я так понимаю, для нас очень опасны. Мы можем взорваться, если их тронем. О, ты смотри-ка, опять нападают на меня эти тюлени. Так, осторожно, мины меня предупреждают. И я вижу. Оу-оу, тихо-тихо. Опа-на, смотрите, как-то у нас тут в клетке. Че он психует там? Блин, ну мне его не достать, по ходу дела, да, ребята? Опа, 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 смотрите, что тут происходит. Опа, давайте этого сожрем. Насыщенные жиры. Да, братишка, лихо ты на берег выпрыгнул. Слушайте, вот эти медузы мне не нравятся. По-моему, они жалят и убивают. Поэтому надо как-то аккуратненько здесь плавать. Черепаха, иди ко мне. Не дают мне эти медузы ничего сделать. Зачем мне этот мячик? О, тихо, ребят, тихо, я вижу кое-что. Ну-ка, иди сюда. Нет, больно быстро он как-то забирается на берег. Этот мужичок. А давайте вот здесь вот занырнем, посмотрим, что у нас тут. Ну да, такая простенькая игрушка. Я бы назвал даже ее. Поедай и расти. Так. Ох, ничего себе, тут какие гигантские медузища. Или это просто камера так приблизилась, что-то не могу понять. Иди сюда ко мне. Да, не успеваю я за ними сплавать. У меня очень быстро кончается ускорение. Я практически его никогда не отпускаю. Так, слопали. А в чем, интересно, здесь вообще, ну, смысл игры? Жрать и расти? Или все-таки есть какая-то цель? Ну-ка, давайте-ка сюда. Голод, опять голод, елки-палки. Давайте сожрать быстрее, вот тут косячок рыб. Надеюсь, это мне поможет. Жорненькая рыбка, иди сюда. У, елки-палки, все, ничего себе. Акулий суп. Всего лишь немножко притронулся и погиб. Иди сюда. Так, травма от перепада давления. Оу, я слишком низко, видимо, опустился. Что моя маленькая акулка здесь не выдерживает давление. Иди сюда, плавает она. Рыбка красивая, зеленая, плыви ко мне. Оп, спасибо. Хоть на чем-то. Так, опять голод. Что ж ты за акула? Оу! Ребят, вы видели, что сейчас было? Там акула-молот. Золотомания. Что такое золотомания? О,
Ну, давайте-ка вот этих вот всех пожрать. Ух ты, у меня, можно сказать, была вечная скорость. Фига ты жрать, заглатываешь таких осетров. Просто, опа-на. Просто глотает, не пережевывая. Тихо, яд. Ну-ка, тюлень, иди сюда. Фирменный бутер. Мы сожрали тюленя, получили фирменный бутер. Так, тихо, тихо. Бомбы мне здесь эти не нужны. Оу! Опять голод. Черт, вот это плохо, ребята. Но, по крайней мере, я не погиб. Спец по выживанию. Суши-роллы какие-то получил. Достижения, что ли? А почему я все время кровоточу, не могу понять. Все вроде бы закончилось. Я опять здоровенький. Новенький. Чистенький. Так, ракушка. Пирушка. Заработали мы с вами какую-то пирушку. Так, тихо, вот это надо. Оу-оу-оу-оу. Нифига он захотел на меня напасть. Но не тут-то было, мы сожрали этого тюленя. Как тюленя. Так, здесь у нас рыбки. Ой, черт, ребят, ну как так-то, а? Ну, не доглядел и погибла моя акула. Очень печально. Кристаллов у меня нету. Значит, мы начинаем, наверное, все заново, да? Или как тут будет? О, белая акула. А у меня обычная рифовая акула. Это, кстати, самая, по-моему, если не ошибаюсь, безопасная акула для людей. Тут она почему-то их ест. Или я что-то путаю. Так, что тут у нас? Ох, елки, механических, каких только тут не будет дальше акул. Так, экстра скорость. Ага, экстра укус. Ну что ж, пока у нас есть деньги, все, ребят, по-моему, больше у нас ни на что не хватит, да. Но, тем не менее, немножко мы подкачнулись. Елки, смотрите, тут какие акулы. Лазер какой-то, шапка-пришелец. Это все для чего, интересно мне знать. А ну-ка, иди сюда. Опа-на. Рыбный суп. Сразу же, как только появились, получили рыбный суп. Иди сюда, отлично. Поедаем их всех. Вот этих крабов тоже. Так, а что это мне стрелочка показывает вниз? Это я могу, что ли, вниз куда-то там сплавать? А что на самом верху? Опа-на! Еда на вынос называется. Иди сюда, толстуха! Не успела бабуля, так что извини. Я тобой полакомился. Так, давайте-ка здесь посмотрим, что еще у нас будет на поверхности. О, нет, не получилось у меня выпрыгнуть, хотя, знаете, как в фильме «Челюсти» она выпрыгивает и хватает жертву свою прям в воздухе. Так, что это такое у нас? Нужна акула побольше. Ага, я должен, значит, еще подрасти, чтобы куда-то попасть. Заманчиво. Опа, черепаха далеко. Оу-оу-оу-оу, не понял. Обед в воде. Какого фига там водолаз? На меня еще замахивается. Опа, это что такое? Награда дня. Приходите завтра за новой наградой. Ага, понятно, спасибо. Блин, что-то подклинивает, ребята, подклинивает управление. Не справляюсь пока. Все, вроде настроилось. Так, я смотрю, там кто-то вроде плавает у нас, да? Или мне кажется? Да нет, мне не кажется. Рыбки, рыбки, рыбки. Так, у меня, знаете, что написано? Этап 5. А что это означает, ума не приложу. Так, открыта новая миссия. Ох, такая рыбешка. Оу, елки-палки, это же яд, ядовитая. А я этого не знал. Красная такая, привлекательная, с белыми полосочками. И опять у меня начинается голод. Короче, у меня еда — это мои жизни. Вот что я понял, ребят. Если их нету... Ох ты, съели акулу. Если их нету, мы потихонечку погибаем. Так, сколько здесь акул, а? Мне это что-то не очень нравится. И самое обидное, что здесь камера очень сильно приближена. Я не вижу, что, например... Опа, водолазик. Что находится, например, ну, грубо говоря, в 10 метрах от меня. А может быть, там акула плавает гигантская. О, золотомания. И я, естественно, ее не увижу. Ух ты, тюленчики, вы что, не припухлили, а, дорогие мои? Так, ну я так понимаю, что золотомания — это у нас... К
как бы вам сказать. Ой, кстати, у меня перепад давления. Золотомания — это такой бонус, когда я могу тут есть всех подряд, и мне за это ничего не будет. И типа я бессмертный, что ли? Можно так это назвать? Ну-ка. А если бы можно было бы отдалять, я бы отдалил по максимуму, чтобы можно было видеть все, как можно больше территории. Так, бонус увеличен у меня. Это хорошо. Чего? Урок плавания? Оу! Блин, водолазы, вы прям молодцы. Сами ко мне в рот лезьте. Отлично, я-то в принципе не против. Так, этих тоже мы съедим маленько. Ну-ка. Где еще рыбки? Вот они. Мальки. Рифовый рейдер. Обалдеть название тут. Так. Че там, блин, глотай. Глотай и плюй. Тихо, кто это такой у нас? Что это? Ой, катерок. Тихо, давайте. Опачка! Жалящее кольцо. Будет кто-нибудь здесь, нет? По-моему, я там кого-то видел, ребят. Кто-то вроде хочет спуститься. Но не вижу, чтобы он спускался. Черт, мне туда не подняться. Жалко. Черт подери, опять я об нее укололся. Так, рыба, иди сюда ко мне. О, золотомания, отлично, ребята. Пожираем все подряд. Все, тут видим всех рыбок этих. И нам еще за это дают деньги. Ну, довольно быстро кончилось. Так, акулка. Слушайте, я уже боюсь туда ниже спускаться. Я боюсь, как бы не выплыла тут какая-нибудь гигантская акула. Типа вот этой молотой или еще чем-нибудь. Очень много бутылок. Понятно. Так. Нафиг я туда не хочу плыть. Давайте вот здесь. Опа, на акулочка. Извини, родная. Ну, стайка плавает, свой прохлаждается. И не тужит. Так, тихо. Слишком много их тут, да? Ядовитых рыб почему-то. Скопились они там. Ну что, мне здесь уже и кушать-то нечего. Всех съел, кому можно. Ну-ка, давайте сюда глянем. Опа! Все-таки схрумкал я бабулю эту. Тихо. Блин, ужалило меня это. Так, смотри, тюленчик. Давайте-ка его съедим. Так, опять золотомания у меня. Опа, на, там что, у нас скат, что ли, где-то внизу был? Так, а где он? Не вижу. А вот он. Вот он, ребята, скатик, точно. И я его могу съесть, получается? Так, подождите, здесь кто-то проплывал. Золотой, я видел. Так, черепаха. Бутылка, отлично. Могу сюда доплыть? Нужна акула побольше. Куда еще-то больше, елки-палки? У меня шестой этап. Какой этап тут максимальный? Десятый? Наверное, так. Ну, я пока почему-то очень-очень медленно расту. Не хватает мне еды здесь. И сюда. Давайте крабиков этих съедим. Что это за рыба? Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Это рыбешка опасная. Рыба шар, или как там ее звать? Рыба игла. Нет, не рыба игла. Рыба шар, скорее всего, да. Так. Ну-ка иди сюда. Теперь-то я могу их съесть всех. Кто там орет у нас? Ну-ка, давайте-ка глянем. Давай, золотая, иди сюда. Не получилось мне целое. Блин, нифига не. Воу, тихо, вот это должна. Так, иди сюда. Блин, никого не могу схватить. Нифига не тут плавают, они что, рекордсмены по плаванию? Дала дёру, а. Бутылка. Ох ты, ничего себе, это что это такое? Ребят, смотрите. Чувак на акуле. Хера он там родео выдает. Акулье родео, так и назовем. Слушайте, а как интересно его можно сожрать? Ну, акула-то явно меня порвет, это однозначно. Так, получилось. Ёлки-палки, да. Если только сзади, ну, я боюсь рисковать, ребят. Думаю, что она меня просто на один разок и съест. Так что как-нибудь перебьемся мы пока. Так, черепаха, иди сюда. Так, отлично, поймали мы. Опять мы голодные. Да что ж такое, что же за прожорливая акула такая, а?
куда вообще можно тут сплавать? Ну-ка, давайте-ка, может быть, сюда пониже. Опа-на, мелких акул мы уже с вами просто как орешки щелкаем. Они для нас вообще ничего не представляют. Опять что-то, ребята, с управлением. Вот как вот встаешь в какое-то тупиковое положение, сразу почему-то подклинивает. Не знаю, с чем это связано все. Опа-на. Так, золотомания опять. Идите сюда. Так, скат, давайте сожрем его. Блин, хочу съесть. Ох ты, порвал его просто-напросто. Так, там уже начались у нас мины. И сюда, акула. Фига, она на меня еще... Ой, опять напоролся на нее. Да что ж такое-то? Я просто вот путаю вот с этими мелкими красными рыбками. У меня сразу, знаете, как вижу, сразу охота ее слопать. Так, стайка. Надо съесть. Опа, тюлени, как раз под корм. Отлично. Опять золотомания. О, ребята, я могу, оказывается, и мины сбивать, когда под этим бонусом. Блин, мы же, по-моему, уже здесь были, только на этот раз уже, я смотрю, тут женщина у нас сидит в клетке. Так, а на поверхности у нас... Сожрали все-таки, не успел. Извини. Опа-на, отлично. Насыщенные жиры. Эх, чуть-чуть хватило. А так бы сожрал. Блин, какого фига здесь эти медузы делают? Ё-моё. Слушайте, а так прикольно, да, получается, ребята? Берег. И сразу же просто вот кончается. И такой обрыв. И, ну, типа, даже не риф и ничего там. Чё тут, Пизанская башня? Обрыв, и тут, ну, грубо говоря, бездна. И тут акулы плавают. Блин, я бы нафиг ни за что бы там не стал плавать. Ни, извините меня, ни на шаре, ни на каком-то там резиновом кольце. Опа, золотомания, нет? Нет, прикорм какой-то получил. Вот теперь золотомания. Ну-ка, иди сюда. О, а почему я его не могу слопать? Съел. Дорадовался, иди сюда, скат. Нужна акула побольше, мне пишут. Блин, неужели я маленький такой, а? Хоть какая-нибудь шкала, параметры были, чтобы я знал, насколько я малыш. Получили пирушку. Иди сюда. Получилось. Куда мы плывем-то вообще? Так, тихо. Что это у нас такое? Ага. Опа, водолазики, извиняйте. А, тут у нас рыбачки, кажется, рыбачат. Вот бы сейчас бы эту лодку перевернуть, да, ребят? Так, блин, не вижу, что там происходит внизу. Что с камерой? Опа, на, ребят, вы смотрите, что тут происходит. Водолазы-то стреляют по мне. С гарпунов. Нафиг, давайте оттуда. Воу. Сколько здесь рыбы. Большой, сочной, вкусной. Ну, иди сюда. Знаете, на что напоминает мне? Белуга. Знаете, такая есть рыба. Вот, по-моему, это она. Ну, где вы? Я же знаю, здесь плавать должны. Чего-то не вижу. Ох. Это что-то... То ли опять камера приблизилась, то ли что, не пойму я. Рыбки, идите сюда ко мне. Да ничего я вам не сделаю. Не бойтесь. Я всего лишь рифовая акула. Маленькая, безобидная. Оу, да опять этот... Черт подери, ребят. По-моему, она здесь обитает, насколько я могу понимать. Нафиг, не будем мы больше здесь, как сказать, нападать. Оп, водолазик. Закуска, аквалангист. И опять у нас перепады. Гибель моря. Какого фига меня эта рыба паруста убила? Ну, в принципе, это понятно. У нее же такой острый нос. И она меня, по ходу дела, пробила. Они там плавали, блин. Так, ну что мы можем с вами улучшить-то, а? Смотрите-ка, у меня 1208. Естественно, нам нужно как-то улучшаться. Акула Мако. Максимальная глубина еще, оказывается, у каждой акулы есть. 150 метров. Так, остаток монет и самоцветов. Они, значит, чисто за кристаллы покупаются. Вот так вот, ребята.
Давайте сделаем ускорение. Так, экстра сытость. Экстра укус. Ну, сколько у меня еще? Так, 400 осталось. Давайте полностью все забьем. Так, и ускорение, да? Так, еще могу разочек сделать. Ну что, все на этом, по ходу дела. Так. Можно сделать фото какое-то. Ракетная установка, турборанец. Это все для чего, ребят? Салют, скейтборд, противоядие, бронежилет, вилка для крабов. Это что такое? Какие-то ускорители. Ладно, если мы будем играть, дальше мы все это узнаем. Так, давайте дальше поедать. Я остановился на 8-м этапе. О, что здесь такое, ребят? Смотрите, меня куда-то засосало. Ух ты. И что это? Мороженое. Так, пингвины. Это Арктика, что ли? Иди сюда. Так, время увеличено. Смотрите, смотрите. Какие-то полярники тут ходят. На льдине. Блин, ничего с ним не сделать. Не перевернуть. Так, время увеличено. Чего время увеличено, не могу понять. Так. Взяли какой-то алмаз большущий. Так, рыбы тут, я смотрю, очень мало. Тут какое-то мороженое. Опа-на. Все заморозились. А ну-ка, давайте, давайте, давайте. Продолжим. Оп, водолаз. Обед в воде. Хорошо, что обед в воде. Ну-ка, иди сюда. Блин. Нет, нет, есть тут, ребята, рыба. Я думал, что только не пингвины. Но не тут-то было. Опять мороженое. Оу. Ах ты, еще 12. Ёлки-палки, ребята, это оказывается... Это был бонус. Я-то думал, что мы перешли с вами на другой уровень. Ага, как бы не так. Иди сюда. Слопал. Слопал я ее, отлично. Смотри, там еще плывет. На... Фига на плавунье, блин, все рекорды бьет. Ну, если бы, честно говоря, я бы тоже был в воде и увидел акулу. Я бы, наверное, еще не такие рекорды побил бы. Тихо, опять этот тут. Так, иди сюда. Блин, ну как же так промахнулся-то я, а? О-о-о, вот. Жалящее кольцо. Немножко тут неудобно сделана камера, ребят, если честно. Как-то вот... Я уже вроде бы внизу, а камера еще только перемещается. Согласитесь, это хреново. Опять что-то подклинивает. Ну что ж, давайте сюда занырнем, посмотрим. Да что такое-то, а? Ну, у меня все нормально, не должно у меня тормозить. Это уже, наверное, с самой игрой или с управлением. Хрен его знает. Так, сундук не открывается. Сожрали мы эту рыбу, кстати, которая шипы. Как она, рыба-шар. Не успела, как говорится. Поэтому и поплатилась. И довольно скучно. Хотя бы музыка какая-нибудь была, да, ребята? Тут плаваем все тут втихаря, так скажем. Оп-оп. Отличный перекус. Давайте идти сюда. О! Золотомания. Давайте поедать их всех здесь. Ну, смотрите, вот 9-й у меня этап. А как мне дальше-то подрасти? На 10-й, например, перейти. Что для этого нужно сделать? Непонятно. Так, черт подери, я думал, что я могу и сожрать. Так, тихо, тихо, родные. Вы что это, не припухли ли? Фирменный бутер. Внизу там уже, наверное, будет перепад давления. Потом, ребята, я начал подниматься. Чтобы лишний раз не рисковать. Лучше мы будем с вами на поверхности. Что-то не пойму, куда-то. Плыву, плыву и все никак выплыть не могу. Бонус увеличен. Так, отлично. Давайте их всех тут поедим пока.
приехал сюда. Еще 12 часов, ага. Это откроется мне бонус, да? Ну что такое? Опять начинает подтормаживать, а? Эй. Слушайте, а вот там вдалеке видели... О, тихо, ската, успокойся. Дай-ка я его съем, нужна акула побольше. Да ладно тебе. В тот раз, значит, я ее смог съесть, а здесь не шиша. Иди сюда, зеленая рыба. Что это такое у нас? Ага, золотомания. Так, всех тут поедаем. Не щадя, так. Тихо, у меня уже закончилось, блин, голод. Голод, не тетка, надо съесть кого-нибудь. Так, подождите, ребят, там что-то наверху очень опасное. Видели какие-то разряды? Или мне показалось? Нет, мне не показалось. А что случилось? Тихо. Жестяк какой-то натуральный, блин, теперь еще какая-то рыба. Извините меня, электрическая бьет. На ската не похоже. Но, тем не менее, довольно опасная. Так, открыта новая миссия. А где эти миссии, ума не приложу. Иди сюда, акула золотая. Отлично, сожрали. Даже не поморщились. Так, что у нас тут дальше? На обед. Что такое? Что за пиликало там? Слушайте, здесь же, по-моему, где-то вроде бы находилась эта... рыба, как ее там? Рыба-молот. Блин, надо сожрать кому-нибудь, я уже голодный. Так, иди сюда, черепаха. О, разговор. Оу, шикарно. Иди сюда, красавчик, и ты тоже. Вот это я понимаю, повеселился. Наелся, опять золотомания. Так, а вот теперь-то я вам отомщу. Иди сюда. Закрутилась. Не, ребят, я почему-то не могу выше 9 этапа вырасти. Не знаю, в чем здесь проблема. Просто до девятого дохожу, до упора, и все. И дальше на спад идет. Не знаю, с чем здесь это все связано. Как мне интересно вообще расти, что здесь надо сделать? Зарабатывать только лишь деньги. О, водолазик. Обед в воде, еще один обед. Так, и мы с вами доплыли до этих... рыбаков. Кстати, вот здесь, по-моему, где-то рыба-молот-то. Последний раз она меня здесь душила. Так, чего вы пристали-то ко мне? Слушайте, интересно, а вот если я на золотомании увижу эту рыбу-молот, я ее смогу порвать или нет? По идее, бомбы же мне пофиг на них. Так, давайте-ка здесь глянем, что тут у нас. Так, ага, вот они, эти рыбы, кстати. Рыбы-парус. Которые в тот раз меня своим рогом и пронзили. Ну, где они тут? Не пойму, вроде сюда плыли, тут тупик. Так, подожди, бутылка. Опять травма от перепада. Блин, надо отсюда выплывать и как можно быстрее. Иначе можно отдуплиться. Давай. Акула, давай, всплывай. Бонус увеличен. Выпечка. Так, вот они здесь плавают. Видел я их только что. Тихо. О, ядреная кожа. Это что за мегалодон тут еще появился, а? Фига, блин. Я... для него малек, елки-палки. Надо отсюда сматываться. Я думал, что я тут такой, знаете, крутой. Ага. На самом деле здесь вообще ничто. Букашка в подводном мире. Любая тварина меня может съесть и не поморщиться при этом. Белая акула. Оп, вот они. Доплавались. Ну-ка, черепаха, иди сюда. Ей сказал, сюда ко мне. Дай подкрепиться. Опа-на, отлично, ребята. Ловим. Смотрите-ка, 10-й этап у меня уже. Все-таки получилось.
перейти, не знаю, каким макаром. Фирменный бутер, главное, есть. О, вот она опять, ё-моё. Да вы посмотрите, что она делает. Это белая акула, ребята, была. Да, просто сожрала мою акулу на обед. Ну что ж, давайте тогда посмотрим. У меня 1500. Так, ну что, на ускорение придется все тогда потратить. Отлично. Еще, давайте уже полностью тогда раскачаем. Больше нам пока не на что здесь тратить бабло. У меня даже еще в запасе почти 1000. Ну, тут у нас всякие миссии. Акула Мако, это мы уже видели. Да, 25 кристаллов нужно. Вот она, акула Молот. Нужно 60 уже кристаллов. Тигровая. И вот она, ребят, по-моему, вот это меня тогда добивало, да? Белая акула. Эволюция. Ну что ж, ребята, на этом я тогда буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующих новых видосиках. А на этом все. Всем пока и удачи вам!